последнее время участились случаи мошенничества со стороны различных лиц, которые, представляясь сотрудниками МЧС России, не предъявляя документов, ходят по квартирам и предлагают гражданам приобрести различные предметы пожарной безопасности, то есть огнетушители, различные пожарные наборы и тому подобное. Хочется сразу сказать то, что МЧС России не имеет права осуществлять торговую и коммерческую деятельность. Поэтому это, если к вам пришли в квартиру и предлагают приобрести различные предметы пожарной безопасности, это мошенники.